Витаю, приветствую всех. Меня зовут Абдрахман Ваида. Я член правительства независимого Татарстана в изгнании, член Лиги свободных наций и также сейчас стала выпускницей Университета свободных народов. Я выражаю благодарность всем идейным вдохновителям, организаторам и преподавателям за создание и реализацию данного проекта Университета свободных народов. Наше совместное сотрудничество в формате Университета свободных народов было полезным, продуктивным и пригодится нам уже сегодня и в будущем. Мы постараемся учесть все ваши рекомендации и советы для деколонизации империи зла России и обретения истинной независимости нашими государствами. Ще раз вам дякую за вашу та нашу свободу. Слава Украине! Вільний Татарстан!